10 каналов. И по оценкам жюри в этой номинации два канала набрали одинаковое количество голосов. Поэтому нами было решено вручить две премии. Вручает эту премию генеральный директор Ассоциации «Укртель сеть» Наталья Ивановна Кривина. Я прошу представителей обеих каналов сюда на сцену для получения заслуженной награды. В этой номинации победили English Club TV, а также Первый автомобильный канал. Я думаю, что в следующем нам жюри было очень трудно выбрать самый оригинальный проект, но эта награда действительно очень заслуженная. У нас очень оригинальная страна, поэтому много еще отличных каналов, и мне особенно приятно видеть победителями моих тоже старых и добрых друзей, партнеров. Поэтому успехов вам! И пусть действительно таких призов становится больше, а вся эта лидер руку набирает своих оборотов и становится все более и более престижной премией. Спасибо большое, нам очень приятно получить эту награду. Вообще очень трудно работать в области образования, а еще труднее, когда объединяются такие направления, как образование и развлечение. Но если мы получаем эту награду, значит мы имеем в этом успех, мы будем улучшаться, быть креативнее и радовать наших телезрителей. Спасибо еще раз. Первый автомобильный довольно трудно входил в кабельные сети, но я точно знаю, что вы заняли прочную свою позицию, свою нишу, и вас по достоинству оценивают операторы кабельного телевидения, и что подтверждает, что в этой премии от всей души поздравляю вас с наградой. Директор нашего телеканала не успела, не смогла приехать. Мы будем стараться быть лучше, мы будем работать дальше. Спасибо.